Говорил. Признает Гиркина Игоря Всеволодовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием. Мера пресечения Гиркина в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок отбытия наказания исчисляется со дня вступления приговора. Заканчиваем, выходим. Спасибо. Спасибо большое. Все, уходим. Да, это такая опасная формальность. Маленькая доля надежды была на то, что сегодня я выйду вместе с супругом. Ну, как и все предыдущие разы. Но, к сожалению, этого не случилось. Ну, ему было очень тяжело, особенно когда я зашла в зал суда, ему было очень тяжело, потому что мы очень долгое время не виделись, и только на допросе он меня видел, и даже не дали возможности ему задать мне вопрос, его судья оборвала. Дочка постоянно задает вопросы, да, и я вот, если честно, уже не знаю, что и говорить. Она знает то, что папа в тюрьме, но ребенок не понимает, что это такое, и что в ближайшее время ей говорит, когда папа придет и как вообще с ним общаться. Я не знаю сейчас. Но они переписываются, пока еще есть возможность хотя бы в переписке общаться. Он ей пишет письма, она ему отвечает. Вот, я надеюсь, что все-таки в ближайшее время нам дадут свидание, потому что прошло уже полгода, и мы с ним... Ну, нам отказывали свидание, и следователь отказывал, судья отказывал.